Cheques. Cheques. E fiches. Есть. Такое имя существует. Вот это свободно. Здесь смотрите. Характеристики. А здесь характеристики класса. А здесь характеристики расы. И смотрите. Смотрите так. Вот, например, маг. Ум, выносливость, удача. И смотрите, у кого тут самый большой ум. И ум хорош, густой, как глина. Умный. Умный только темный эльф. Все остальные дураки. Рядом с ним. У человека нулевой интеллект. У темного эльфа плюс один. Вот что хотите, то и делайте. Вот. Ассасин. Ловкость. Выносливость. Так, это... Ассасин. Вот. Ассасин. Это лазутчик. Ассасин. Ловкость. Выносливость. Удача. Ловкость. Смотрим, кто тут самый ловкий у нас. Кто ловкий? Ловкость. О, два. Ловкость два. Ловкость три. Вот самый главный. Самая главная характеристика ловкости. И вот у гномов она присутствует. Присутствует. А у остальных меньше. Бабах, так гнома. И все. Вот. А у человека все по нулям. Еще. Выбирать можно. Потому что не нужно. Ум. Ум не нужен, и удача не нужна. Смотрите, у кого тут удача на нуле или в минусе. И ум тоже в минусе. Да, лучше всего удача в минусе и ума нет. Это у демона. У демона. Здесь еще есть скрытые камни. Здесь не указывается, что, например, в некоторых классах ограничение в броне. В некоторых 25%, а в некоторых 50%, а может есть 15%, кто знает. Так что это очень сложно. Это очень и очень. Вот. Собираем девушки. Собираем денежки. Так, все в порядке.
Это 6 часов мы на вахте. А можно за 10 часов 27 заработать. Ой, так. Почта. Бои. Эффективно было. Да, эффективно. Так, происходит бой. Тринадцать заработали. Причем начислили нам раньше, чем произошло сражение. Раньше, чем мы победили. 13 денежек нам начислили за победу. Здесь у нас экипировка нормальная. Покупать ничего не нужно. О, удачи. Так. Еще оружие. Волшебный магазин. Да. Тут ведь какая проблема? Можно так прокачаться и так навесить на себя всяких шмоток, что не заплатят за победу. Скажут, да, что тут платить. Вы выбрали специально себе никудышного противника. И платить мы вам не будем. Так что аккуратнее надо. То придется раздеваться, чтобы вызвать на бой какого-нибудь доходягу. Чтобы заплатили за это. Здесь прокачанные ребята. Вы тоже можете прокачиваться. Персонаж. Вот здесь вот нажимаете и прокачиваете характеристики. В зависимости от того, где. Да, излишки лучше выкидывать. Потому что вот пока нас не было, кто-то напал. Кто-то, и сколько он у нас взял, один серебряный. Потому что у нас денежек нет, мы их складываем в гильдию. Так, значит, складываем сюда. А лидер, складываем, а лидер прокачивает сокровищницу, чтобы, вот сейчас у нас 16 уровень, 32% сверх прибыли. Откуда это видно? Здесь на персточник не нужно преступность финансировать. Вот. А видите, с бонусом 32% сокровищница лидерская. 8% больше опыта дается тоже за наставника. Прокачанного в гильдии. Но мне как-то не хочется прокачивать в гильдии наставника, потому что не надо торопиться туда на высокие уровни. Куда торопиться-то? Правда, крепость 25 уровня только можно строить. Но лучше прокачаться спокойно. Шмоток поднабрать хороших. А потом уже
Дата есть. Наверх. Вот. Мы перед выходом очищаемся от золота. Видите, как хорошо. И гильдии хорошо, и вас никто не обует. Вот лидер гильдии. Сейчас прокачает. Ок, 34%. Какие у нас теперь? Магазин оружия. Волшебный магазин. Да. Ловкость, сила, доспехи. Вот доспехи, видите? Ограничения для класса. Боевой маг. 50%. Что-то странное. Ну ладно. Там я здесь ничего хорошего не вижу. Вот в таверне можно проходить всякие задания. 5, 6. Лучше, конечно, то, что занимает меньше времени, меньше дается опыта и больше денежек. Вот оптимальный вариант. Принять. Поехали. Ну все, на сегодня. Сегодня мы многое узнали. Как заработать денежку, как ее потратить на гильдию, как получить скидки. На 17 уровне прокачки сокровищницы скидка составляет, то есть не скидка, надбавка, бонус 34%. К заданиям, к оплате заданий, квестов, таверны. В общем, прелесть какая-то. Хорошо, мы заплатили. Заплатили. Рабочие 12 золотых. Магазин. Удача. Ура. Это. Успехи, увеличить ловкость. Здесь нужно тратить грибочки. Ловкость и доспехи.
вечером. Красиво. Оделся. Доспехи. И сюда. Можно купить. Доспехи ловкости. Здесь не надо тратить. Здесь что у нас с успехами? 43%. Так, идем. Вот сюда. Вот сюда. А что такое? Сила. Так, этого купили. А этого покупать не будем, потому что грибочки не будем. Грибочки буду на это тратить. Всякие безделицы. Просаживать его. Рабочий этот. Его можно вот так вот взять. О, опять крутится. Но это не зависит от того, где начало крутиться. Все равно просадите все грибочки. Полезная вещь. Не думайте. Конюшка. Так. Конюшню можно приобрести. Что приобрести? Весовых животных. 50%, 30%. Хищник. Господи, какой. Мясо. 20% быстрее будете перемещаться, выполняя задания в таверне. 10% волк у нас. Здесь меняются животинки. Прелесть. 25 грибочков, 50%. В половину быстрее будете добираться до квеста.